сделано в ветке. Историческая программа «Сделанная ветка» снова в эфире. Добрый день, на часах 13.06. Меня зовут Владимир Сметанин. Сразу же представляю наших гостей. Евгений Питонин, историк, краевед, руководитель Музея Вятского государственного университета. Евгений Альбертович, добрый день. Всем здравствуйте. И Алексей Фоминых, режиссер ГТРК «Вятка». Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Программу анонсировал, уже говорил о том, что мы сегодня посвятим передачу 60-летию кировского телевидения. Вот у нас, собственно, ровесник. Логичное продолжение 58-го года. Да, то есть да, продолжение нашего эпохальное программ. Событие. Да. Ну да, меня угораздило родиться 20 апреля 58-го года, в момент, когда была передача первая, настроечная еще таблица. Вот в этом то, день. О чем уже сейчас современное поколение не помнит, что за настроечная таблица, да, как это можно было. Ну, можно погуглить, что называется, да, молодежь. Ну, наверное, современное поколение не представляет, как вот выходили в эфир, ведь это были не целый день телевещания, да, это были определенные часы, об этих часах сообщало радио. Радио как бы подставляло здесь плечо телевидению в развитии, да, и тех людей, кто приобрел телеприемники, предупреждали, вот сегодня... В четверг вы можете посмотреть телепрограмму такую-то в 18:00 или фильм такой-то, а программа нигде не публиковалась. Узнать-то больше не было. Да. Печати еще не было. То есть, завтра вообще день профилактики и назывался, и ничего. Можно было телевизор закрывать тряпочкой, чтобы не выцветал. Все правильно, вещали. А не была газета «Эфир», была программа. Она была на четырех листах маленькая. Вот это все, что было в эфире. Вначале по одной программе, потом 67-го года по двум. Но программа называлась... Тогда газета называлась не «Эфир», а программа Кировской студии телевидения. И что интересно, вот я перелистал эти старые подшивки, вы представляете, там фотографии старой студии. Вот журналисты этой газеты, фотографы отслеживали каждый шаг вот такого нового явления, как телевидение. Очень интересно смотреть, какие-то фотографии оттуда наиболее интересные публикую в соцсетях, чтобы люди тоже видели. Алексей, перед тем, как мы, собственно, окунемся, да, в эту историю, хотел бы все-таки акцентировать внимание на той работе, которую вы сейчас делаете специально к 60-летию Кировской телестудии. Это серия сюжетов, которые выходят как раз на ГТРК «Вятка», которые выкладываются на YouTube в интернете. Я смотрю как раз-таки там. Вот расскажите, пожалуйста, что сейчас можно увидеть? Нашей задачей главной было рассказать о тех людях, кто начинал, о первопроходцах кировского телевидения. И сейчас у нас на сайте ГТРК «Вятка» уже размещены подборки этих роликов. Например, Юрий Федорович Веретенников – это человек, который 19 марта, первый человек, который запустил изображение на наши телеэкраны 1958 года, запустил телефильм. Телефильм назывался «Белая акация». Шел он с кинопроекционного аппарата в эфир, это была пробная передача. И вот с телефильма «Белая акация» история кировского телевидения начинается и с Юрия Федоровича Веретенникова. А многие его знают как педагога, он готовил многих фотографов, операторов известных в нашем регионе. Сейчас он живет в Подмосковье. И мы вот рассказываем о таких людях, кто стоял у истоков. Это очень важно, чтобы их помнили, их знали. Потому что сейчас с некоторыми из них мы можем даже записать интервью. А вот, кстати, да, это же не единственный пример, когда человек уже живет не в Кирове. Как вы связываетесь? Творческая группа выезжает или что? Или как? Есть разные возможности. Помогают. Коллеги помогают. И вот, знаете, вот первый диктор кировского телевидения, а дикторы – это отдельный большой разговор, Лилия Лиханова, Лилия Александровна Зыкина, как она вот пришла на телевидение в 58-м году. Мы знаем, что это супруга Альберта Анатольевича Лиханова. Да. Это известная очень семья, живут они в Москве. И нам нужно было снять интервью. Мы планировали сначала поездку в Москву, а потом на нас вышел сын Альберта Анатольевича, Дмитрий, и его сын, внук, можно сказать, Иван. И вот он профессиональный телеоператор, то есть из поколения в поколение связь с телевидением передается. Он для нас снял интервью с Лилией Лихановой. Это было интереснейшее интервью. Она вспомнила первые дни телевидения. И вот так нам помогли, в общем-то, родственники первого диктора, причем работающие в сфере телевидения. А монтировали вы или они же тоже? Нет, монтировали уже мы, но снято было, конечно, в формате кино, в HD-формате. Там картинка очень даже приличная, видно сразу, да. Поэтому сотрудничаем в разных направлениях и сами снимаем. С кем еще планы сделать в этот юбилейный год интервью? С нами. Да, совершенно верно, Евгений упоминает. А вот сейчас в инженерии мы готовим выставку совместную ВятГУ и ГТРК «Вятка». Там интереснейшие предметы будут. Все еще готовите? Я думал, открылось уже, Евгений. 28-го.
Очень много материалов, да, экспонатов будет представлено, уникальнейших. Вот здесь я принес, слушатели не видят, но потом на сайте, наверное, можно посмотреть. На сайте видео, да, наша версия появится. Это монтажный столик. Здесь монтировалась кинопленка многих документальных фильмов. И что интересно, вот знаете, вот сейчас, когда вот ребята, занимающиеся видеомонтажом, они используют термин там... обрезать синхрон интервью, да, склеить эпизоды, да, вот здесь это обрезать. Это все делается ручками. Это буквально. Угу. То есть вот есть нож, пленка режется, есть подача скотча специального, который склеивает эпизоды на кинопленке. То есть до сих пор даже в компьютерном нелинейном монтаже вот термины старого киношного монтажа сохраняются. Это приятно, это традиция. Но это самое простое, что будет предоставлено на выставке, поэтому приходите 28-го. Ну, расскажите еще, что там будет. Выставка будет целый месяц, она будет проходить в зале «Инженериум», это бывший дом политпросвета, Преображенск-С41 сейчас, это Вятский госуниверситет. Вот сейчас мы в темпе ее формируем, будет очень много всего интересного. Можно окунуться в волшебный мир телевидения. В ту эпоху, говорили, когда еще раны были голубыми, в хорошем смысле этого слова. Был на этой выставке, посмотрел первые телевизоры, потрясающая вещь, какая архитектура, как они сооружены, интересно, маленький экранчик. И КВН? Да, ну, КВН. Там будет КВН и все телевизоры, и телетехника будет представлена, и кухня телевизионная, делались передачи, вот все, и на чем смотрели. То есть каждый может вспомнить, я думаю, большинство найдут свой домашний телевизор, и не только телевизор, вот. В общем, приходите. Представим разные форматы. Например, формат кино. Конечно же, будет представлен кинопленки. Будет формат первых видеозаписей, кассеты. Кассеты профессиональные битакам и монтажные пульты. Большие такие. Да, большие. Да, да. И монтажные магнитофоны, которые сейчас нигде невозможно уже увидеть. А здесь вот этот аналоговый монтаж, когда машина запоминала точку на магнитной ленте, отматывала исходник, возвращалась к ней. Вот эта вся технология... с пультами, с магнитофонами, с аппаратурой, она будет, вот эта технологическая линейка, представлена на выставке. Так что, кому интересно, приходите, увидите эти технологические секреты нашего телевидения в развитии от кино до современных цифровых технологий уже формата HD, в который мы сейчас в канун юбилея вот переходим. А сам процесс, кстати, на выставке будет показан? Прям вот монтажер? Будем пробовать, а почему нет? Попробуйте. Будем, да, да, вообще, запас пленки, может, запас пленки, если... кстати, остался еще на ВГТРК? Есть, есть. Пленка есть. Есть, вы знаете, ну, по крайней мере, телевизоры включаются точно. Это мы уже проверили, да. Они работают. И... Черно-белые? Или цветные тоже есть? И черно-белые. Да. Да. Я думаю, что многие захотят быть телевизионщиками, тележурналистами, операторами после этой выставки. Вот. Ну... Что-то для нашего города это необычное явление, и не часто проходит. А телекамеры я прослушал тоже будут. А это, же, это же огромный такой механизм. Господи. Создать там вот что-то наподобие студии. Все это скоро. Вы знаете, вот особенность какая? Вот когда ты смотришь на работающего в кадре человека, вот я по себе знаю, как легко, как интересно он рассказывает. И вот доводится тебе оказаться по ту сторону экрана, сесть в студию, посмотреть в глаз камеры, в объектив. Пропадают слова, голос дрожит, волнение. Забудыхание, вот мы... сперло, душа, да, в пятки и так далее. Вот в наших планах создать атмосферу вот этой волнующей студии, чтобы человек мог прийти и взглянуть вот в объектив камеры, почувствовать себя первым диктором, первым ведущим программ. И вот хотелось сказать еще, вот здесь мы говорим об истории телевидения, а ведь история нашего города, телевидение – это летописец. Богатейшие архивы ГТРК «Вятка» сохранили, например, такие моменты, как открытие памятника, строительство моста. Просто все даже не перечислишь. И вот я очень люблю с этими исходниками работать. Ну, здорово, что вы в цифру все это переводите и выкладываете. Все это можно будет посмотреть, там нон-стоп эти ролики разных 60-х, 70-х, 80-х пойдет. Ну, поехали в историю. Давайте, 58-й год. 58-й давайте год. Я начну чуть-чуть, а потом... Алексей продолжит. Он говорил устало. Подхватывайте я друг друга. Да. Началось все, в общем-то, если говорить о телевидении, то началось задолго до 58-го, началось все в 31-м, когда у нас... В СССР начались первые пробные передачи телевидения, но это было механическое телевидение. Вещалось оно со станции Шуховская башня, известная, Шаболов нынче. Вот.
Тем не менее, вещание было на средних волнах, звук шел по радиоприемнику, а телевизоры, ну, они продавались и собранные. Механические телевизоры раньше был 3 на 4 сантиметра. Угу. И продавались в виде конструкторов. Один из их уникальных телевизоров, собранный радиолюбителем Белослуцевым, в 1936 году находится в музее города Слободского. Вот, фотография будет предоставлена. Там были, конечно, особенности. Спичечный коробок вот этот. Да, даже там меньше. Был диск, то есть бумажный диск, крутился с прорезями. Вот, были некоторые особенности. Изображение было очень нечетким. Например, дикторы или присутствующие в студии, челюскинцы и прочие, они красили губы ярко-зеленой помадой, чтобы на экране можно было на лице что-то отличить. Но, тем не менее, к 1936 году уже стало ясно, что перспектив развития у механического телевидения нету, хотя было по стране более 3000 телеприемников уже. Вот, и эстафета перешла к электронному телевидению. Вот. Ну, я говорил в прошлых выпусках по годам, сколько было 1958 году телевизоров цветных и черно-белых в США, в Англии, все. У нас же так теоретически знали о телевидении, поэтому в 1955 году группа энтузиастов, радиолюбителей в Ирове предложила организовать студию телевидения, любительскую. Обратилась, видимо, ну, в правительство тогдашней Ировской области, а им сказали, а зачем, собственно, любительскую, давайте профессиональную. Вот с этого и началось. Ну, я еще о предыстории. Когда стали планировать место под телецентр, телестудия тогда называлась, то, естественно, выбрали самые высокие точки в городе, чтобы телевышку. Это, например, вот место, где диорама нынче находится. Второе было, где магазин «Антей». Угу. Третье там еще где-то. Но вот представляете, вот вид города. Города из Риги в 30-е годы. Это белые церкви, там Кремль, Вяз, и все это было снесено еще в 30-е. И вид был, скажем так, из Риги не шибко так, после выигрышный, после сноса старой Вят. И поэтому волевым решением обкома партии вышку установили на берегу, что вот на смену опиума для народа пришел прогресс в оползневой зоне, хотя в ту пору несколько районов области выпали из телевещания, и наоборот дома возле телевышки попали в зону жесткого излучения. Тем не менее, вот телецентр был обозначен там, где он и сейчас располагается до сих пор. Располагается. Да. На улице Урицкого. Интересная история возведения телецентра. Сначала идея появилась в 1954 году, и это были любители, радиолюбители. Вообще, как бы вот энтузиасты это дело сначала проводили в первую очередь. А кто эти энтузиасты? Они в свободное от работы время? Было кто, общество радиолюбителей, были, да, в общем, радио, оно вот первые компьютеры, также была масса почитателей, которые там что-то изобретали, модернизировали. Паяли там вот эти паяли, вот схемы слушали. Всевозможные. Ну, да. Вот в Слободском радиолюбитель. Уже в 1937 году Белослуцев Анатолий Петрович принимал первые телепередачи. Вот и я его упоминал. Да, телеприемник там сохранился. А его внук работает у нас на телевидении. Ох. Кстати, вот тоже такая традиционная вот эта преемственность. Телевышка строилась очень интересно, в рекордные сроки. Фактически 180 метров были возведены за 41 день в 1957 году. Вот. Работала бригада из Ленинграда, профессионалы высшего класса. К нам они приехали из Пекина. Там они возводили телевышку. До этого у них были... У братского китайского народа. Прага, Бухарест. Фактически они сделали невозможное. То есть минимальное отклонение и сроки очень минимальные. То есть все было качественно, вовремя сделано, запущено. Но в самом телецентре шли подготовительные работы, устанавливались оборудование. Оборудование было, во-первых, это павильон студийный, 100 квадратных метров, и осветительные приборы, камеры. Причем из трех камер две были поставлены на телетрансляции. В каком смысле? То есть, чтобы ведь показать кинопленку, кинофильм, нужно было передать изображение с кинопленки на телекамеру. Угу. А телекамера уже транслировала на передатчики, и этот сигнал уходил. Поэтому телекамеры были соединены с кинопроекционными аппаратами. Вот. А в студии оставалась одна камера. И вот эта одна камера, а вы знаете, вот когда первые пробные передачи пошли, опять же радио подставило телевидению дружеское плечо, потому что первые ведущие, первые дикторы, они как раз шли на телевидение с радио. И темы приходили, например, о художниках, об актерах. В студии сидели люди, разговаривали, камера меняла планы по команде режиссера.
И вот в это время начинается новое интересное явление. Вот все сейчас смотрят сериалы, а там появились телеспектакли. Потому что режиссеры пришли на телевидение. Ведь в то время не было специальных школ ТВ, там, да, где бы готовили телевизионных режиссеров. Режиссеров брали людей, умеющих работать с мизансценами, с актерами, с ведущими. И приходили режиссеры из театра. И вот Михаил Кублановский, режиссер театральный, очень известный. У него более 200 постановок на телевидении и документальных фильмов. И вот как строилось... Один угол студии — это одна декорация, другая. И одна камера через перебивки переезжала, снимала разные эпизоды. Вы знаете, светочувствительность для камер очень важна. Угу. Поэтому нужно было максимальное количество света давать на объект съемки. Было жарко, кондиционеров не было. Вот один момент, когда дикторы беседовали с руководителями области, предприятий. Люди выходили и говорили: нет, я лучше 3 смены отработаю, чем 10 минут у вас в студии посижу. Вот Лилия Лиханова об этом как раз говорит, в этом материале, да, который только-только появился. Ну, еще один момент, вот когда было очень жарко, вот знаете, иногда ведущие центрального телевидения любят рассказать, что на эфир они приходят в тапочках. Я открою небольшой секрет, который не вошел ни в один материал. Иногда было так жарко, что дикторам приходилось ноги ставить в тазик с холодной водой. Хоть где-то точка соприкосновения с прохладой. Надо было стола раздеваться. Ну, а я дополню тогда. Пока вот шло вот это веселое движение на студии телевидения, со своей стороны народ тоже готовился к запуску телевещания и добывал телевизор. И тогда это было не так просто. Начиная с 55-го, то есть покупали, и если деньги были, стоило дорого, больше средней зарплаты. Вот, телевизоры покупались заранее, стояли там 2-3 года, ждали момента запуска. Ну, магазины где были? Вот где был старый Кривеческий музей, сейчас это здание, кроме фасада все снесли, что там переделают. На Спасской. Там, да, был такой магазинчик, где продавали радиоаппаратуру и телевизоры. Там, ну, по блату, не по блату, из-под полы доставали. Потом он переехал в этот свежепостроенный, где была «Мелодия», уже тоже нету, там покупали. Первый телеприемник был, конечно, самый доступный, самый распространенный – это КВН. Клубу веселых находчивых он не имеет ничего общего. Это по фамилии изобретателей Кенигсон, Варшавс и Николаевс, и три инженера, которые взяли за основу радиолокационную станцию, поставляемую по ленд-лизу в войну. Диаметр экрана был 15 сантиметров. Для увеличения ставилась линза с водой. Но с водой или с глицерином. Вот, там глицерин лучше. Вода была, во-первых, надо было дистиллированную, потому что могла зацвести, а вот туда еще и мухи попадали, вот тоже горе было. Увы. Эти телевизоры, они весомые, весят 40 килограммов. Так вот, принимать он способен был 3 программы. Причем это такая была незначительная функция, поэтому переключалка находилась сзади телевизора, что когда-нибудь, а была одна. Вот. И надо было регистрировать. То есть, купил и побежал на почту, зарегистрировал телеприемник. А там нужно было отправлять войну. А вот еще интересно, на заре телевидения, когда платили арендную плату, то многие, например, у нас такого не было. Арендную плату за собственность, которую ты купил? Ты купил, а ты еще отстегивай арендную плату. А, например, в Англии там многие в наглую не платили арендную плату, поэтому в Европах были специальные радиолокационные машины, вот в фильмах про Штирлица, вот антенны сверху. Которые там, ездили которые и вычисляли, где вычисляли сигнал там принимается. Они вычисляли, вот у телеприемник есть в квартире, и кто не платит, надо было сверяться. Вот у нас в Ире вроде не было, но тем не менее аренду платили. Так, продолжаем. До 61-го года. Когда отменили в 62-м, в 61-м или 2-м, не помню, то стоимость телевизоров и радиоприемников выросла на треть. В прессе по радио это анонсировало, и все, что уважаемые граждане, жители Кирова, тогда-то планируется начало вещания нашего телецентра. И весь ход строительства ежедневно. Тоже освещалось. Там, был такой журналист, Константин Верхотин. Это племянник Сергея Мироновича Кирова. Он занимался как раз и журналистикой, и телевидением. И вот если обратить внимание на подшивки старой «Кировской правды», там все в основном публикации подписаны, ну, в большинстве своем, Константином Верхотиным. Он очень интересовался темой телевидения, и благодаря это ему... Это псевдоним, кстати, не псевдоним, это нет, настоящая, это настоящая нет, фамилия. Вот, он жил здесь у нас, в Кировской области, и работал, трудился, его многие знают из старой школы журналистики.
И вы знаете, вот много публикаций таких, которые разъясняют, когда нужно включать телевизор, как нужно включать телевизор. Не рекомендуют самим настраивать телевизор, так как были прецеденты, когда телевизоры были испорчены ретивыми настройщиками, ну, вот самостоятельно дома, из-за неправильных действий. Поэтому предлагают обратиться в специальное телеателье, пригласить мастера и с его помощью. То есть это была целая программа информационная, культурная, которая вот даже просветительская, вот такой переход, ведь вы знаете, вот первые трансляции, первые прямые эфиры, мне кажется, это вот фактически можно сравнить сейчас с интернетом, да, с таким вот переворотом революционным, и людям нужно было понять, осознать, привыкнуть к этому, это был, я считаю, переломный момент в нашей истории, просто вот мы-то это не ощущаем, но мы пытаемся и выставкой, и нашим материалом об этом сказать, это действительно была некая культурная революция. А что мне хочется еще, да, про оборудование поговорить. Откуда оно было, чье производство? Вот сама башня, да. Сама вышка была, по-моему, в Днепропетровск собрана. Эти вышки использовались на химзаводах. Они держали трубу, которая распыляла в атмосферу вредные выбросы. И поэтому никто специально не делал эти телевышки, вот эту вот с химзавода мачту, ее стали использовать. В разборном виде ее сюда привезли? Ну, конечно. Да. Ее низ построили вроде, таким образом приподнимали, ставили свою следующую. Она еще горела. Вот не нашел фотографии, правда, во время строительства. Чему там гореть? Да, интересно. Металлическая конструкция. Я думаю, что мы на выставке даже как-то представим. Человека, это Владимир Станиславич Бельтюков, который работал в 58-м году фотографом и в 57-м тоже. И он как раз поднимался на 100-метровую отметку этой вышки и фотографировал работу бригады. Эти фотографии сохранились, они уникальны. И вот, во-первых, там видно город с высоты птичьего полета, и видно вот этих ребят, которые тяжелую такую ответственную работу делают. А оборудование для самой студии? Вот давайте, все оборудование было отечественное. Тема очень интересная, потому что вот нам, чтобы взглянуть на то телевидение, надо немножко знать его технические возможности. Ведь московских программ тогда нельзя было показать по релейки, по эфиру, по радио. То есть фактически все сюжеты центрального телевидения сюда присылались. Они присылались на самолетах. Была даже такая должность — уборщица-курьер. Да. И поэтому специальный человек отправлялся в аэропорт, получал бобины с пленкой. Нет, победила в Ганино. Да, в Ганино еще. Встречал самолет. И вот какие-то действия, там официальные встречи. Вот тогда Никита Сергеевич был у руля, да, то есть вот они приходили сюда, нам на самолетах из Москвы оперативно ставились в эфир, но это был формат киножурнала. Свои новости тогда начинались как «Известия», но сидел человек, говорил, рассказывал о каких-то новостях, о показателях экономики, пятилетки, и показывались в основном фотографии. Была штатная должность фотографа, который, в общем-то, все оперативные вот эти вот картинки закрывал. Московского эфира не было. И вот своего-то эфира практически не было. И вот мы уже говорили о Веретенникове, его заслуга еще в чем? Он открыл у нас первое кинопроизводство. Каким образом? Наши инженеры смогли приспособить обычный узкопленочный кинопроектор к телекамере, к телепроекционному аппарату. Для чего? Для того, что вот, видите, приходила пленка широкая, и на нее снимать мы не могли. Мы могли снимать только на узкую пленку. Широкая 35 миллиметров. Да. Вот. А если... 16. Да, это 16, да. Сделать очерк о животноводах, о предприятии, о металлургах там, да? То есть приходилось снимать на узкую пленку, а показать ее было нельзя. И вот эта модернизация позволила начать кинопроизводство, снимать киноочерки, сюжеты. Это начинается буквально в 58-м году. И вот тогда уже наши зрители видят фактически знакомые места, там, кто-то был в Омутнинске, кто-то был, значит, в Белых Холуницах, Киров, там, площади, улицы города, знакомых людей. И еще один момент. Москва к нам пришла в 1967 году. Только, а до этого все вещание обеспечивала Кировская студия телевидения. Ну, вот это вторая программа момент. Появилась в 1967 году. И по оборудованию хотелось бы сказать вот еще... Да, интересный момент. Первая трансляция в 1962 году, 1 мая, впервые была транслирована первомайская демонстрация. Каким образом? К нам была прислана тоже полностью отечественное оборудование, наши разработки, наших советских ученых, ПТС,
Ну, это называется передвижная телевизионная станция. Ставится несколько камер, и эта станция настраивает свои антенны на телевышку, и сигнал передается на телевышку и транслируется на весь наш регион, ну, в окрестности, которые принимают телесигнал. И таким образом наши зрители впервые в 1962 году увидели прямые трансляции. Это тоже очень важный момент, потому что теперь уже можно было этот ПТС на спортивные мероприятия. Сейчас это называется лайф или такое, оно в мир открылось. Стрим. Или, например, вот больше всего, конечно, любили спортивные соревнования. ПТС работала на знаменитом кубке на приз Кирова, конькобежный спорт. Динамо, имеется в виду футбол. Там, да? Вот тогда Динамо, кстати, делало огромные успехи, интерес к этой команде был большой, матчей, прикован. Да. И вот это вот ПТС позволило проводить трансляции. Там внутри машины находился пульт режиссерский. У режиссера было несколько кнопок, которые он мог микшировать эти камеры. И он выбирал общий план, крупный план, средний, игроки, ворота. Была связь с оператором, что очень важно. И оператору ставилась задача, что нужно в данный момент снять. Вот эта работа большая. Она, кажется, вот сейчас смотришь, это лента новостей, да? А на самом деле это большая, трудная работа. И не без срывов, разные были технические накладки. Но в итоге мы вышли на то, что действительно наши жители увидели жизнь региона, области со всех концов нашего, вот, как сказать, Кировского. Не, ну, конечно, и сейчас в нашей журналистской работе иногда хватает, да? Нет, если не ошибаюсь, ПТС, но более модифицированная, будет представлена на открытии нашей выставки. Да, да, будет представлена у входа. То есть можно будет заглянуть внутрь, посмотреть. Это на базе какого автомобиля она сделана? Это передвижная станция. Раньше это были совместное производство Финляндия и Советский Союз, большая ПТС, напоминает железнодорожный вагон, вся в алюминии. А до этого вообще были на автобусах. Потому что магнитофоны, кадр были большие. Они бы занимали, наверное, половину вот вашей сейчас студии. Один магнитофон, кадр. Там были очень большие бобины, пленка широченная, магнитофонная, видеопленка. Вот. А сейчас цифровые технологии позволяют делать ПТС более компактной. Поэтому она сейчас уже небольшая, вот в этом плане. Господи, запитывалась-то как эта машина? Я имею в виду электроэнергию. Да, вы представляете, там такое напряжение. Там всегда целая куча кабелей. Через колодец подключали кабель высоковольтному. Это было. Это ж не все просто так. Но я должен сказать, что у нас есть и такие вещи интереснейшие. Например, участие наших ПТС в Олимпиаде в Москве в 1980 году. Специалисты Кировского телевидения отправились, даже сохранилась пленка торжественных проводов на эту Олимпиаду. И вот на этой Олимпиаде они работали на велотреке в Крылатском, на гребном канале в Крылатском, где гребцы соревновались в скорости. На гребном канале работал звукорежиссер Владимир Коновалов. На ПТСке на велотреке работал у нас Виктор Николаевич Морозов, специалист по видеозаписи. Они передавали в эфир интервью. И это было и на вещание, то есть его получали все страны мира, которые интересовались Олимпиадой. И вот вкратце хотелось... Особая ответственность. И ответственность, и история. Вот смотрите, значит, оказалось, что наши специалисты, наши операторы, вот наши видеозаписывающие, видеоинженеры снимали интервью с велосипедистом Дилом Бунди. Это велосипедист, очень интересно, он вопреки тому, что Дания объявила бойкот Олимпиаде 80-го года, он приехал и выступал под нейтральным флагом. И вот у него интервью писали, он стал чемпионом. И вот в тот момент, когда наши работали, весь пьедестал заняли представители, если не ошибаюсь, Швеции и Франции, и все они были под нейтральными флагами, потому что официально их страны приняли решение не участвовать в Олимпиаде. Вот такие исторические моменты есть у нас в нашей истории. Да, ценные, безусловно, данные. У нас подошло время небольшой рекламы. Алексей Фоминых, режиссер ГТРК «Вятка», Евгений Питонин, историк, краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета. Мы сегодня посвятили передачу 60-летнему юбилею Кировского телевидения. Продолжим через минуту. Вот я сейчас в перерыве Алексею Фоминых решил предложить продолжить разговор о кадрах. Да, вы сказали, режиссеры театральные пришли, дикторы с радио, это безусловно. А вот те, кто работал с оборудованием, эти же операторы, их как учили, где учили? Техника новая, невиденная доселе еще. Ну, в общем-то, здесь в основном приходили люди, знакомые с кино и фотографией. У нас начиналось тогда очень хорошо развиваться движение кинолюбителей. Были люди, которые, конечно,
снимали на камеру и снимали на фотоаппараты. А много людей пришло с кинопроката, которые имели дело с пленкой, умели правильно заряжать, mm-hmm. чтобы там не случилось каких обрывов, там, неприятностей. Поэтому люди приходили отовсюду и уже потом начинали осваивать эти профессии. Находился один специалист, вот у нас первый оператор Владимир Путилин, и вот он как раз принимал молодых ребят, готовил их, учил премудростям операторского искусства. Вот. Сам он был хороший фотограф, и поэтому оператору очень важно уметь взять кадр, видеть кадр, иметь кадровидение, как говорят режиссеры. Поэтому вот так вот начиналось, так же, как дикторы, так же, как журналисты, приходили из газет, с радио приходили. Поэтому приходилось все осваивать на ходу. Все эти технологии, принципы. Вот операторам, видите, вот когда начинались съемки киноочерков, ведь пленка – это носитель серебряной эмульсии. Она не дешевая вещь, и поэтому даже вот оператор должен так раскадровать вместе с режиссером, с журналистом сюжет, чтобы ни одной лишней сантиметра пленки не ушло в корзину. Экономный, да. И поэтому вот когда мне в начале своей карьера на телевидении в 96-м году пришлось работать с операторами старой киношной школы, я удивлялся. Когда ты берешь кассету, уже современную, снятую вот, в современных технологиях, ставишь ее на монтаж, можно брать, не монтируя. Вот эта школа, она сохранилась, потому что они прямо видят, где точку поставить, где нажать play, где начать снимать, где прекратить снимать. И вот эта вот внутренняя культура, она как вот передается из поколения. Это еще 86-й год застал на телевидении. Ну, откуда, например, один товарищ вообще из милиции пришел работать, не буду уточнять. Не пришел, может, его приставили. Фамилию. Может, приставили его наблюдать за происходящим. Пришел работать. В правильных идеологических. Я вернусь к телезрителям. Да. Вот одна сторона – это процесс изготовления телепродукта, а другое – его потребление. Угу. К 60-м годам появились в СССР другие телевизоры. Вот я замечу, сейчас в стране не производится ни одного телеприемника. А тогда было изобилие, Сейчас мы ничего не производим. Нет. Угу. Крупные регионы производили, марки были различные. От Енисея до Волхова. Там, Горизонт. Рекорды. Или Горизонт – это уже гораздо поздняя история. Были рубины, Рекорд, причем были и престижные марки, за которыми гонялись. Но в 60-е раны стали чуть побольше, уже не 15 сантиметров, уже без линз. Сантиметров 30, наверное, 35. Вот и телевизоры были с круглыми углами, закругленными. Раньше тоже не острыми углами заканчивался, а такой плавно переходил. Вот, в 70-е годы уже и мебель была облегченная, и телевизоры стали угловаты, и на тоненьких ножках и телевизоры. Вот, примерно... Кстати, мебель-то одновременно начали выпускать? Мебель для телевизоров, подставки, тумбочки, куда угодно, на комоды отлично вставали. Вот куда Карлсон смотрел, вот телевизор на ножках такой. А самое интересное, что в 70-е годы еще были в стране дефицит цветные телевизоры, и поэтому продавали пленку. Она делала телевизор условно цветным, то есть ее наклеивали на стекло перед экраном. Вверх было голубой, а низ такой красно-коричневый, то есть иногда попадало, иногда там небо было голубое, в общем, создавалось, там трава зеленая, а земля была коричневой. То есть такую пленку, вот у меня у приятеля был такой телевизор, такой псевдоцветной. Ну, были мутные, но У меня, простите, другой вопрос. Знали ли об этом производители продукции или давались ли им советы? Да сейчас, по-моему, сейчас так рассвечивают вот эти, оцифровывают, переделывают фильмы, рассвечивают, что по мне было честнее смотреть на этой пленке. Но зато и были сериалы. Вот я помню, дворы тогда, дворы не были парковками машин, а были местом для жизни. То есть мужики играли в домино, дети играли в футбол, бабки сидели на скамеечках. Сторожили белье. Все, и только летом из открытых окон доносился там какой-нибудь заставка телесериала, типа там «Гляжу в озера синее» или там про Штирлица, то двор пустел, все разбегались. И даже по статистике милиции, если шел хороший сериал, то преступность падала вообще в целом по стране. Ну, а со середины 70-х стали доступны цветные телевизоры, но они весили, мама не горюй. Вот я помню, как-то переезжали и несли такой цветной телевизор вчетвером, Е2, Е2.
И так они тянулись у нас до 90-х, когда открылся железный занавес, и стали появляться иномарки. Да, и первые телевизоры у нас импортные поступили на бартер на приборостроительный завод. Это была фирма Gold Star, которая сейчас называется LG. LG. И вот тогда ушлые рабочие, которые так или иначе получали телевизор там в счет зарплаты, они продавали по безумным ценам и за ними гонялись. Ну, конечно, когда я увидел 80-е, сравнил мой, который считался неплохим по тем временам, «Горизонт», и импортный телевизор, я почувствовал разницу. Ну, вот так вот шли и докатились вот до плазм. И не знаю, что дальше будет. Еще, может быть, лет 20, и будет маленькая коробочка на столе стоять. Нажал на кнопочку, и у тебя где-то повисло изображение. Да, у нас уже есть у каждого в кармане этот телевизор. Смартфон под названием, да, все что угодно можно посмотреть. 2-3 минуты буквально остается. Вот, вот о, давайте, да, я хотел сказать о цветном телевидении. Сейчас вот Евгений поднял эту тему. Да. Значит, первый цветной фильм у нас на ГТРК «Вятка» был снят в 1968 году. И я думаю, что нетрудно догадаться, даже вот можно задавать такой вот как бы вопрос на уровне «угадай». Значит, это был «Дымковская игрушка». Где еще такая вспышка цвета, палитра? Да. Там использовались технологии мультипликации, комбинированной съемки. Автор, режиссер этого фильма был Владимир Николаевич Бучин, оператор Анатолий Лопухин. И вот что интересно, этот фильм, когда привезли на центральное телевидение, он показывался и за рубежом, и по центральному ТВ. Он на долгие годы остался эталоном для приемки цветных кинолент на центральном телевидении. Вот это интересный факт. А цветное телевидение в Киров пришло в 81 году, после того, как здесь была смонтирована студия из Останкино цветного телевещания. И с 81 года наши зрители, у кого есть цветные телеприемники, телевизоры, могли видеть уже цветное изображение, область, город в цвете. С 81 года вот этот этап истории цветного телевидения начинается. Вот это вот, Москва цветная. Да. Фильм документальный «Дымковская игрушка». И сейчас интересно посмотреть, я просто рекомендую его, можно найти. Прекрасная работа, выложен, яркая. Да, есть? Я думаю, что он есть, потому что многие любят и ценят. Это замечательная работа на века, я бы сказал, которая, ну, как бы наш Вятский край прославила в свое время на весь мир. Ну что, истекает наше время, к сожалению. Приходите на выставку, да, посвященную 60-летию телевидения в Кирове и 90 лет радио. Инженериум Преображенская 41 будет работать с 28 сентября и целый месяц. Я вам желаю удачно запустить эту выставку, да, действительно. И все-таки я вам предлагаю еще раз встретиться в нашей студии, поговорить уже о каких-то, возможно, нюансах, какие-то вот конкретные случаи из истории кировского телевидения. Если есть, конечно, возможность ветеранов к нам сюда можно пригласить, да. Да и, собственно, бог здоровья всем, кто начинал это большое дело. Спасибо большое, Евгений Питонин, историк, краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета, и Алексей Фоминых, режиссер ГТРК «Вятка». Я еще раз напоминаю, что вот Алексей сейчас как раз занимается подготовкой цикла сюжетов, да, посвященных этой дате, и все это выкладывается, доступно на сайте ГТРК «Вятка». Пожалуйста, пользуйтесь, смотрите, вспоминайте себя. Спасибо. Да. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Сделано в Вятке.